Вот этот микрофон, мне кажется, купить, чтобы влоги нормально снимать. Так, всем привет. Решил заснять влог о том, как я готовлюсь к Ironman. Это рейс, где ты плывешь, потом ты едешь на велосипеде, там где-то. Вот, 77 тотал. Вот, я решил, думаю, что пока не поздно заснять, как я готовлюсь, как я так беседить, как я бегу, как я плаваю. Сегодня 21 ноября, рейс будет 10 декабря. Меньше месяца осталось, пару недель получается. Посмотрим, как я буду к этому готовиться. Сегодня мы едем 50 миль, на самом Ironman будет 56 миль. Ребята, у меня проблем нет. Я думаю, что я с этим справлюсь отлично, быстро. Единственное, велосипед будет после плавания. Плавание у меня не очень. Я стараюсь с плаванием. Но я думаю, что я смогу проплыть, сколько там нужно. Но буду усердно тренироваться и учиться, как правильно плавать и дышать. Фитнес сейчас у меня в жизни нет. 90% моей жизни, с моей работы, везет, работа, спорт. И все, да, уже с велосипедом. Бегаю я с родителями, вот, что с меня родители бегают, как это ура. Вот, с пробежками у меня все лучше и лучше. Хочу сделать уже 13 миль пробежки, потому что то расстояние, которое будет на всем Ironman. Хочу на днях сделать, обязательно засниму. И все, давайте покажу, где я катаюсь, как катаюсь. И все, надеюсь, это видео вам понравится. 24 мили в час, летим. Всегда здоровайтесь с другими велосипедистами. Уже 30 миль, половина моей поездки. Сегодня у меня план сделать дистанцию Ironman 50 миль, вот и сразу и бегать. И сделал, наверное, самую большую отсылку 200 миль. Потом у меня будет пробежка. Я ни разу не бегал после того, как катался на велосипеде. Посмотрим, каково это чувство. Вчера почитал, какие ошибки делают триатлеты в начале пути. То, что они никогда не пробовали бегать после этого велосипеда. Сегодня у меня план попробовать пробежаться. И постараюсь пробежать 13 миль. И настолько все-таки интересно бежать на Ironman после того, как я начал бегать. Так, заехал в сауну Ironman, взял взять попить. У меня 36 майлов, сейчас домой еще 25. Глаза горят, вот хотел показать, ну, соль, обычно, ну, надежда все белая, там, вот эти страпы, но в глаза уже затекает, щипится. Поедем дальше, вот сейчас возьмем попить и что-нибудь перекусить обязательно, поедем. Припарковал свою красоту, взял кокосовую воду, сейчас выпью, это хороший электролайт, короче, вместо колы решил уже все-таки что-то нормальное пить. Вот взял такой дринчик, здесь тоже электролайты, всякое сахар, вот содиум, потассиум, хлорид, магнезиум, кальциум. Одну бутылочку уже залил, два банана взял и крюк-бар. 260 калорий, не то, что я прямо смотрю, сколько ем. Просто такой райд, надо привыкать кушать, пока еду, потому что на Ironman там будут какие-то основы, маленькие, чтобы все набрать гели, еще что-то. И надо привыкать в дороге жрать, чтобы... Я привыкал, мое тело привыкало, то бывает, что я катаюсь, ничего не ем, а там на Ironman все кушать, все буду давать, и живот может, ну, что-то пойти не так, я буду себя чувствовать не на 100%. Вот надо привыкать, и я уже хорошо, в принципе, привык кушать, по дороге надо еще гели купить, которые с собой в карман кладешь, и по дороге их высасываешь, так скажем. Так, сейчас быстро перекушу, и дальше пойду домой, переоденусь, пойду бегать, так что, да, у нас сегодня выходной от работы, поэтому мне есть... Такой обалденный день, чтобы тренироваться в Ironman. В принципе, каждый день очень много времени тренироваться, работа у нас спокойно, вот, работаем, но работы маленькие, небольшие, поэтому есть время тренироваться, но я обычно сплю, смотрю на плюсы, жру, и потом вечером поздно снимаюсь. Но мы стараемся все это исправить. Я такой же человек, как и вы, ленюсь жестко и заставляю себя делать каждый день больше, чем другой день. И все. Всем приятно. Так, приехали домой, переоделись, беговые кроссовочки. Шорты. Думал без футболки побежать, но, как я понимаю, будет долго. Потом надел футболку. Она для велосипеда вообще, но здесь только карманы сзади есть. Я туда положу фонарик.
с велосипеда, который будет, ну, чтобы видели меня. И сумочку возьму с плечом, с денежкой, вот, на всякий случай. Ну и все, и беру наушники, и больше ничего, в принципе, сейчас заливаюсь селси, с прошлого месяца еще, ну ничего. Бежим, попробуем пробежать хотя бы 10 миль, вот, я не знаю, где здесь найти 10 миль, но я побегу где-то 5-6 в одну сторону, и потом развернусь и домой. Уже потемнеет через минут 50, поэтому буду в темноте бежать. Вот такая вот сегодня тренировочка, сейчас после пробежки я расскажу, что как, и все. А у нас вот тихий час в комнате. Angel и Оли. Ну, красивое колесо. Ну все, побежали, ребят. Побежали. Сейчас бегу. Я всегда смотрю, сколько у меня скандет сердца. Должно быть 180 минус 25. Ну, твой возраст. Это будет та цифра, когда надо держаться до тренировок. Чтобы себя не убивать, как бы ты строишь свою аэробик пейс. Не знаю, как лучше объяснить. Обязательно хардрейт, можно на грудь. Значит, он получается. Сейчас, который на груди, он лучше считывает. Поэтому я контролирую свою пробежку, чтобы сердце быстро не билось. Вот, я мог дольше побежать, больше по расстоянию пробежать. Вот, и так ты строишь свой аэробик пейс и так далее. И тебя это сделал лучше бегуном. Мой первый влог, поэтому, блин, очень тяжело все рассказывать. Я все равно все в голове держу. Вот теперь надо сегодня делиться. И все правильно вам рассказывать. Покупаем попить и печенюшку с протеином. Мы пробежали только что где-то 7 миль, и еще столько же бежать. Я зарисую так. И еще мне столько же бежать, короче. Быстро перекушу. Круг до моего дома был 7 миль. Поэтому мне столько же пробежать будет 14. А марафон, триатлон, там 13 лет, значит, поэтому так и получится у нас. Бежим уже 4 мили, будем играть в круги вокруг дома. Вроде чувствуется отлично, будем продолжать бегать. Ноги офигенно себя чувствуют, единственное, правая нога, там где голень, или как называется, анка, чуть болезнь, вроде бы.